From Istanbul, around the world, a sea of to Detroit, blue and yellow. From Berlin to Prague and Chicago, to Seoul, the colors of the Ukrainian millions, flag young and old, now speaking a call with to one action. Voice. Уважаемые граждане, 5 марта 2022 года введена в действие норма статьи 20.3.3 УАП Российской Федерации, ответственность по которой предусмотрена за действия, направленные на дискредитацию использования оружия Российской Федерации. Нет войне! 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 Каких фашистов? У нас родственники, у нас друзья на Украине сидят в подвалах. Фашистов. Каких фашистов? Каких фашистов? Всех задерживают. О, давай, забираем всех людей, я сказал еще раз. Все, 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 все
Помогите! Люди! Люди! Да, Лёх, ну я все засняла. Да.